Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайны НЛО. Сегодня я вам расскажу очень интересную новость, которая случилась не так давно. Типа скоро наступит конец света, так утверждают множество людей, которые видели необычные явления. Но я вам хочу кое-что рассказать. Сегодня будет речь о вторжении НЛО на нашу планету. Как она будет и как она будет проходить и что нам делать, сегодня я вам все расскажу. Но для начала, пожалуйста, подпишитесь, оставьте комментарий и самое главное, не забудьте поставить лайк. В первую очередь происходят на нашей планете странные и необычные огни. Это предупреждает о том, что скоро что-то будет происходить, а именно или плохое, или хорошее. Но НАСА заявляет о том, что на нашу планету летят около 1000 НЛО кораблей. То есть часть НЛО, скорее всего, могут свернуть в направленность в другую галактическую систему. А может, все-таки они полетят на нашу планету. Как мы с вами будем исходить из этой ситуации? НАСА заявляла в 2011 году, 2013, 2015, 2017 и 2020. Но 2021 будет, скорее всего, роковой год, который мы с вами, наверное, еще немало раз увидим, да и услышим. Но как с этим будем бороться? Давайте разберемся. Люди считают и множество фанатиков, что НЛО и пришельцы взаимосвязаны с людьми. Их находят не только на Марсе и на Луне, но и на Земле. Вы можете сами внимательно посмотреть о том, что множество людей считают, что НЛО и пришельцы уже на Земле. Как все начнется, вторжение мы с вами не знаем. Может, это обман зрения, что нам внушают. Но есть еще одна новость. Вы сами, наверное, видели и слышали, как все происходит на нашей планете. А именно людей, которые наподобие люди, но на самом деле не люди. А именно рептилоиды. У них глаза как у змей и как у ящериц. Вы все это знаете. А иногда есть то, что вы вообще не знаете. Власти, в СМИ и много других таких инфраструктур, которые находятся пришельцы во главе этого всего, руководят нами выше. Вы не поверите, но, скорее всего, вторжение начнется не из космоса, а из Земли. Я вам расскажу еще одну историю, которая случилась в 2017 году, когда голландский самолет перелетал Голландию в сторону Англии, то на борту было около 200 человек. Вы не поверите, из 200 человек было 8 с такими глазами. Как это объяснить? На маршрутке также было замечено в Англии то же самое, утверждая то, что множество людей считают, что рептилоиды находятся на Земле, как люди, и они живут среди людей. Даже мы с вами замечаем какие-то нелепые моменты. Но представляете, что будет, если эти существа начнут атаку на людей? Я не знаю, дорогие друзья, но мне кажется, что здесь что-то не то. Если сравнивать вторжение, неизбежно, но как почву подготавливают к этой необычной войне? Вы видите сами, что множество странных таких объектов появляются за 2-3 дня до катастрофы. Но для чего это все делается, никто понять не может. Мы сами планету свою уничтожаем, неважно как. Мы загрязняем ее, просто-напросто Земля уже не выдерживает нас, мы как муравьи. Но дайте нам повод, наоборот, изменить планету. Но мы не хотим менять, потому что мы бежим за деньгами и за каким-то необычным, можно сказать, денежным призом. Но давайте разберемся иначе. Зачем НЛО топить города, зачем НЛО делать землетрясения, как потери последних дней наших действий? Зачем НЛО вторгаются на планету, если мы с вами прекрасно понимаем, что Земля, она круглая или все-таки нет? Но есть много видео, которые соответствуют того, что вторжение, которое происходит сейчас по всему миру, мы с вами просто, может, и не слышим, не видим. А может, и не хотим видеть и слышать. Нас просто останавливают для того, чтобы мы с вами не шли вперед, а остались позади. Но как с этим бороться,
Я вам сейчас, может, и помогу, а может, просто подскажу. Множество тайн, которые скрываются, если НЛО, допустим, даже нападут на нашу планету. Как мы будем бороться? Правильно, никак. У них сверхоружие и множество странных таких примочек, которые мы с вами, наверное, не сможем разобрать. Но есть люди, которые считают, что можно и спастись. Множество туннелей, множество пещер есть везде. Но как из них сделать бункер? А вы сами-то хотите узнать, зачем? На Южном федеральном округе Краснодарского края есть пещер много, но там можно и спрятаться, но жить в долгом времени там не получится, потому что, во-первых, там сырость. А если сырость есть, значит, есть и подземные реки. Но давайте мы с вами разберемся. На протяжении много лет, которые я прожил в этом регионе, я заметил множество странных таких и непонятных знаков, которые есть в пещерах. Как будто их строили не люди, не искусственно, а сделаны были какими-то инопланетными существами. Эти пещеры почему-то соединены с другими. И очень странный. Но представьте теперь совсем другую сторону. Если мы там начнем жить, мы начнем. Когда мы сможем выйти на свет, чтобы спастись? А может уже все просто умрет, и мы с вами останемся никем? Как и стало с Марсом, с Луной и даже с другими планетами. Ну а теперь самое главное. Почему множество людей считает НЛО врагами? Почему пришельцы делают так, как им это выгодно? Почему правительство считает, что мы с вами живем в каком-то вакууме? Или наоборот? Не зря говорят, что НЛО – это спасательный челнок. Но на самом деле все есть другие. И действия тех людей, которые считают все ложью, мы с вами только видим первоначальную схему того, что нас ждет впереди. Конечно, мы можем сейчас взять и спрятаться, а толку от этого будет маловато. Множество людей считает НЛО врагами. И фильмы посмотрите, что происходит. Каждый фильм – это вторжение, враги. Нас подготавливают, вы должны прекрасно понимать, что скоро что-то наступит. А может и не наступит, и это будет концовкой. Но давайте мы с вами будем жить как-то по-другому. Не будем делать выводы разных действий. Мы начнем лучше защищать свою планету по другой схеме, а именно беречь. Много людей, конечно, посчитают, что я не прав. Есть действия того, которые люди просто ссылались на ложью. Но есть люди, которые думают, что все-таки правдивость того, что я вам рассказываю и показываю, это просто вторжение. Но будут они или не будут, это решать, конечно, вам, дорогие друзья. Ну а я предлагаю самый вариант того, чтобы вы это видели. Я, конечно, буду вести свои интересные моменты. Показывать стримы, показывать путешествия, то, что будет нас ждать впереди, а оно обязательно будет, мы начнем, может, как-то налаживать контакт с инопланетными существами. То, что ждет нас впереди, не смотрите назад, потому что я с этого момента теперь буду вам рассказывать и показывать о происхождении тех иных существ, которые мы, если найдем. Огромные, необычные моменты людей, которые сталкивались с инопланетными кораблями, они считают, что это все-таки призрак воображения. Ну а как вы думаете, можете оставить под комментарий этот видео, который я сейчас вам рассказал. Ну и если у вас есть интересные фото, видео, я обязательно их опубликую. Уже подписчиков много, я сейчас сортирую, дорогие друзья, фото, видео, и обязательно их начну выкладывать на днях. Так что спасибо, кто присылает мне. Я обязательно буду у вас, дорогие друзья, верить. И в дальнейшем мы с вами будем сотрудничать. Так что до новых встреч и всем удачи!